это, собственно говоря, стоянка, да, для траков, называется Flying J. И здесь есть несколько классных фич таких, классненьких. Ну, во-первых, цены на бензин вы видели, 127,5, то есть доллар 27,5 стоит литр. И дизель у нас, ну, это обычный был unleaded. А, дизель у нас 134,9. Вот там вдалеке цены, наверное, вы не увидите. Ну вот я подъезжаю сейчас к парковочке, подъеду. И потом внутри все покажу. Flying J продолжаю. То есть это вот на бензин у них заправка. Там у них заправка на дизель. В принципе, ну есть вот... видите, тут... надут шины, какой-то минимальный сервис, в принципе. Ну, вон баки, если нужно мусор выбросить, тоже есть. Вот, ну, в принципе, почему я вам хочу показать, потому что это очень удобно в плане переезжать. Когда я переезжала в Винздор, у меня бюджет просто рыдал. Вот, и я, в принципе, оставалась в машине, ну, как бы вот ночевала в машине, тем более это был октябрь, нет, это было начало сентября, было очень жарко, в Винздоре было до 29 днем, плюс 15 ночью, в принципе. То есть я парковала машину и спала на заднем сиденье, ну, у меня есть спальник, там подушка, все вытягивалось. В принципе, вот на этой парковочке, да, можно спокойно здесь переночевать, но не только здесь вообще. Видите, вот там вот есть большой фонарь, да, он очень ярко светит, вот. У меня тут даже спросили, я что тут живу. Вот, ну, многие, конечно, спят в машинах, да, дальнобойщики. И вот это такой центр, в нем есть все. Сейчас я вам покажу, какой там есть буфетик. Мы с вами пойдем, я вам покажу буфет, и если они разрешат, там покажу сверху и покажу вход на душ, потому что, в принципе, мне сейчас душ не нужен, стоит душ $14, да. Вот, поэтому давайте сходим просто с вами. Народ смотрит, ну, фиг с ним, пусть смотрит. Сейчас я просто вам покажу, кто тут, что тут и как. Вот такой вот у нас входик. Тут можно купить и вот вошь там всякую. Хочу вам показать просто, что снеки какие-то здесь можно купить. О, какие снеки. То есть тут, смотрите, видите, кофе дальнобойщиков. Вот все для кофе тут есть. Видите, кофейные машины. Совершенно 6 видов различного кофе. С различными донатами, наполнителями. Okay. Hello. Вот, здесь можно купить и газировочку тоже. Вот цены, вы видите цены. Давайте я вам покажу цены. Вот здесь отдельные за чашки цены, отдельные цены за рефилы. Рефилы здесь платные получаются. Вот, а это вот у нас цены все. I'm just doing my blog in Russian, so for YouTube. And this one is, it's like moving, you know, when I moved, I didn't have a budget to rent a motel, so I lived in a car and I used the shower and stuff and it went like really well, so I just... Yeah, it is. Yeah, it is. Beautiful, yeah, I love it. So, ну, вот тут вот чеддер, всякие такие вещи, ну, то есть типичная такая, да, забегаловка у нас получается. Какие-то вещи, тут можно купить и провода, видите, и фляжки, сувениры. И всякие вещи для машины, перчатки, масла, всякие. Ну, в общем, ладно, вот это я вам показала, да, всякие тут катафотики, всякие, ну, в основном для траков, да, инструмент, замки, вот даже замки есть, да, видите, то есть, в принципе, все необходимое, вот, аксессуары, все, ну, вы видели, да, и здесь есть у них на второй этаж подъем, когда вы поднимаетесь на второй этаж, давайте с вами пойдем на второй этаж. Видите, там есть шауэс, а помимо шауэс, да, души. Здесь еще есть стиральные машинки. Я у них сейчас внизу потом куплю чай.
Вот это так дальнобойщики в Канаде, в принципе, могут отдохнуть в Онтарио. То есть это все, естественно, для дальнобойщиков. Маривоз, ну, у них тут отдельное дело. Electrical room, я не знаю, что это такое. В общем, есть тут стиральные машинки. Вот такие вот. Стирай, суши, пакуй. Правила. Ну вот, такое дело. Hello! Doing blog! Ну, supply room. Видите, там тоже вот они чистенькие. Они нам полотенчики дают. И эти полотенчики, вот shower room. Собственно говоря, $14, и можете наслаждаться душем. Все по пин-коду, поэтому показать не могу, но душ на высшем уровне. Ну, в общем, несколько у них душей, 5 или 6 здесь. Видите, 6, цифра 6. 6 душей. Покупаешь, идешь, наслаждаешься жизнью. О!